Хотите, я вам прочитаю из Библии, кого любит Господь? Для вашего размышления. Это послание Римлянам, 9 глава, 13 стих. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. То есть Иакова он полюбил, а Исава ненавидел. Так вот, смотрите, кого он полюбил. Кто такой был Иаков? Иаков – это ветхозаветный любимец Господа, которого он возлюбил. И за что же он возлюбил Иакова? Значит, были у Иакова родители, мама с папой, а еще у него был брат Исав. Так вот, когда папа Иакова лежал при смерти, то папа Иакова очень любил, значит, покушать дичи, которую стрелял Исав. Исав, во-первых, что был за человек Исав? Исав почитал отца и мать, любил папу с мамой. И вот последнее предсмертное желание папы своего Исав решил исполнить. Он поехал на охоту, поохотиться, там дичи наловить, настрелять. Приехал. Пока Исав был там на охоте или в поле, точно не помню, но это не важно. Иаков, его собственно родной брат, со своей мамой сговорились в преступный сговор, чтобы отец-то умирает, и имущество надо делить. То есть отец еще не умер, а они уже с мамой, Иаков и его мама, уже замышляли, как обмануть отца, и чтобы у Исава мать замышляла, как у родного сына, вместе с другим сыном Иаковом, вдвоем замышляли, как Исава кинуть на имущество. При живом отце они уже замышляли кидок. И вот они это дело замутили, ложью обманули Исава. Иаков забрал у него хитростью первородство, соответственно, все имущество, благословение там умирающего отца и так далее. И вот Господь говорит, Иакова я возлюбил. Кого? Того, кто родного брата кинул. И Господь помог ему в этом деле. Все, что нужно знать о любви Господней. Одного он возлюбил, лжеца, обманщика и лицемера. А Исава, любящего отца и мать, почитающего, он ненавидел. Факт, описанный в Библии. Просто факт. Думайте.